В ефірі новий спільний проєкт першого міського та Арселор Мітал Кривий Ріг «Гордість Кривбасу». Герої програми – талановиті, цікаві, успішні та творчі криворіжці. Тільки точно може пишатися кожен із нас, адже саме завдяки їм про Кривий Ріг знають далеко за його межами. Саме вони розвивають місто та створюють його особливу історію. Їм є чим похизуватися, а ви маєте знати про них більше. Історії тих, кого по праву називають гордістю Кривбасу, презентує перший міський. Спонсор програми «ArcelorMittal Кривий Ріг». Учасниці шоу співають всі – кандидатка педагогічних наук, викладачка вокалу. Знайомтеся, нова героїня проєкту «Гордість Кривбасу» Маргарита Вікторова. Маргарита, я вас вітаю. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як давно ви обрали для себе шлях співачки і взагалі ви займаєтесь вокалом з дитинства? Так, я займаюсь з раннього дитинства вокалом. Родители увидели, обнаружили во мне что-то такое необычайное, необычное, как голос. Они обнаружили, что я должна петь. Они увидели, что я переживаю музыкой. И я сама это помню, когда что-то звучит мелодичное, я почему-то пряталась в комнату. Дай Бог сейчас не заплакать, потому что я вспоминаю это детство. И почему-то я реагировала вот со слезами на музыку, особенно когда что-то вот душевное звучит. Когда собирались гости обязательно, чтобы я что-то спела. Именно нас трое было у родителей и есть. Но почему-то всегда родители выделяли именно меня, чтобы я пела гостям. Были определенные песни. Наверное, так, выученные, наверное, мною, потому что родители у меня не музыканты. Мама по медицине была, а папа биологом работал. И вот так. А как вы решили стать педагогом? Педагогом... Может быть, опять-таки, с участием родителей. Была музыкальная школа, я ходила в музыкальную школу. Затем сама как-то двигала собой, искала вокально-инструментальные ансамбли, где я могу быть востребована, хотя родители об этом не знали. Именно, да, с подсказки родителей я поступаю на факультет музыкально-педагогический. Еще был как Криворожский государственный педагогический институт. На музыкально-педагогический факультет. Дальше, как, видимо, наверное, ж так, как талантливую вокалистку, мне рекомендовали преподавать в вузе. И батьки вас підтримали в цьому, так? Ну, я уже была взрослая, и это было решение мое. Остаться в вузе, остаться преподавать. Так и пошла моя творческая жизнь развиваться, крутиться. А расскажите про участь у шоу «Співають всі». Як от ви взагалі наважилися на такий крок? Да, здесь была вообще интересная история с проектом «Співають всі».
Меня рекомендовала дочь моей подруги. Да, она меня только поставила в известность, что я подала документы на рассмотрение, чтобы ты участвовала в этом проекте. Единственное, что она со мной согласовала, какие больше мне нравятся произведения. Я ей сказала, да, она эти произведения, видимо, отследила в Фейсбуке и документально подала на этот проект. Я как раз шла с работы, и мне поступил звонок. Вы на проекте? Я говорю, на каком? На «Спевают все». Ну, потом я уже поняла, откуда течение. Я поблагодарила, конечно, Дашу Денисюк. Но созвонились со мной, списались, какая задача, какие цели. Я только поблагодарила и сказала, я полностью вытяну и потяну этот проект. Я готова, как говорится, на все 100, чтобы там быть. А важко було, адже ви обрали для себе таку пісню складну, яка бере за душу багатьох людей? Якщо я пою, мені ні в чому не важко. Мені комфортно. Я повністю розтворююсь. Якщо я навіть устала где-то там, дійсно, хожу з сумками, готовлю їду, ну, як сім'я, да? Як сімейний товариш, то якщо тільки я соприкасаюсь з пісней, або навіть йду і думаю о какой-то музыке, о песне, мне становится хорошо, мне комфортно. Нет никогда этой тяжести. Мне просто душевно хорошо. Я улетаю и все, не трогайте меня. Я могу сутками слушать, петь, думать о технике, думать, как подсказать студентам, детям, как облегчить горло, как облегчить вокал. Это все мое. Чи погоджуєтеся ви з думкою суддів на проєкті? Вони немножечко не розібрались во мені. Не розібрались іменно оперні вокалісти. Хорошо, що підтримала мене Могилєвська. Гребенюк сказала, що как бы я немножко їй не хватало грудного регістру. Хоча вона ж встала. Да, вона встала, вона дуже добре обо мені казала, їй дуже сподобався мій вокал, і вона навіть запропонувала мені дуетом заспівати, да. Но немножко вона не поняла суть, що я починала техніку придихання в початку свого произведення, а їй не хватало грудного звука. Вот этим она меня немножечко как бы не поняла. Это оперные певцы. Хотя Кривошапка, он очень даже приветствовал мой вокал, ему очень понравилось. Мы потом еще за кулисами разговаривали, общались. В общем, я ей, конечно, в этом была благодарна, потому что я не в одном, я не только в этом проекте участвовала, да, там и «Битва хоров» был проект. И я знаю всегда, что участники проекта должны быть дисциплинированными. Они должны уважать судей, кто с ними работает, не сопротивляться, не перечить. Поэтому эта закалка во мне была, там, согласная, не согласная, она должна стоять, молчать и выслушать то, что я и сделала. Хотя во мне здесь в душе горело объяснить, что какое грудное звучание, здесь я другая, и я согласна с вами, да, может быть грудное, но тогда бы это произведение звучало очень тяжело. А от ви сказали, що ви ще у одному проєкті брали участь. І де вам сподобалося більше? Оба проєкти різні. Я на «Битві хоров» просто прожила, будемо говорити, велику творчу життя.
Я жила полтора месяца в Киеве. У меня появилось очень много друзей со всей Украины. Мы общались полтора месяца, мы жили, это у нас как семья была. Тобто конкуренція не відчувалася, так, між учасниками? Ні, а там і не должно бути конкуренції. Всі условия були, що 15 чоловік в хорі, і вони всі повинні бути на рівних условиях. Підтримували один одного. Так, да, так. Да. Може бути, у мене вже є опит по проектам, да? Потому что у меня же еще был и «Голос Краины», я проходила. У меня, я со студентами проходила «Х-фактор», со студентами проходила «Украина Май Талант». Я всю... Тобто ваши студенты брали участь, правильно? Я вместе с ними, да, да. Готовили произведения, где я и где мои студенты. Мы коллективно участвовали. Расскажите трохи про ваших студентов. Ну, мои студенты – это обожаемые студенты. Только они переступили порог класса, я уже их люблю, ценю их работу, потому что знаю, что ожидает действительно работа. Быть вокалистом – это вообще-то деятельность не очень простая. И если даже преподаватель такой скрупулезный и относится к своему делу очень требовательно, то сразу же сочувствуешь студенту-вокалисту. Студенты разные, разный подход. Ну вот как голос каждого разный, так и начинаешь думать, как с ним работать. Но думать особо я не думаю, потому что так как я разноплановая, то есть я могу петь и эстраду, и народный, и академический вокал, то для меня это вообще не трудно и не составляет никакого труда. На шоу співають всі. Ви сказали, що навіть колись хотіли стати дизайнером. Розкажіть, як навчилися шити і хто навчив? Це во мені, кстати, нове направлення іменно розкрив проєкт «Співають всі». От що значить как бы проєкти, да? Тобто ти йдеш і не знаєш, що тобі підскажуть. Именно они мне подсказали почему-то участвовать в конкурсе дизайнеров. Для меня это было открытие. Почему? Как они пометили вас? Им понравился мой очень образ. Опять вот с журналистом мы общались, и они думали, что я, может, какая-то попсовая вокалистка. Это ж в диалоге они понимают, что я... оперница. Они тоже подчеркнули, что я оперница. А я уже сказала, что оперники имеют свои ограничения. Им понравился мой костюм, и
У меня лично даже моих фотографий не было, вот, чтобы я, да, в костюме, там, с макияжем. Фотографировали они меня. Ну вот понравился стиль, и там один журнал, и я бы так вот хотела бы, можно я тоже сошью такой костюм, без проблем. Чи плануєте ви і надалі брати участь у вокальних шоу? І взагалі, яким бачите своє майбутнє? Да, обязательно. Я должна дальше двигать собой, потому что я иначе не могу. Мне грустно так будет, если не будет дальше каких-то поставленных целей. Обязательно я жду в дальнейшем, какие будут проекты у нас в країні. Я надеюсь, что я попаду на «Голос країни», потому что, ну, я чувствую, что я могу там бороться, И дальше вижу, будут проекты, и обязательно я без проекта, просто это не я. Що ж, Маргарита, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я бажаю вам успіху і впевнена, що у вас все вийде. Ви дійсно гордість нашого Кривбасу. Дякую. Дякую за таку можливість, що ви мені подарували.